When it's just you, well, times can be tough. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив! В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, среди них 4 детей. Отмечается, что поезд следовал по маршруту Адлер-Нижневартовск. По данным спасателей, схода вагонов в результате столкновения не было. В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути и столкнулся с 7-м вагоном состава. Расследуется несколько версий. По одной из них водитель уснул за рулем, по второй причина в неисправности тормозной системы автомобиля. Кошельки и банковские карты без комиссии в рублях, интернете и думаете, и долларах. Регистрируйся в кэшбэк.